Если у вас не хватает немного адамантита, небольшое количество, или метеоритов, а есть запас других материалов, то можно перелить это так же, как и с камнями делали. То есть из одного материала сделать другой с помощью создания нового обмундирования. У ДРВ-45 на канале я ссылочку оставлю под видео, можете зайти посмотреть, подробно это разобрано. Для этого создаем шмот разрушения. Если вам, допустим, нужен адамантит, создаем шмот разрушения на плюс 3. Вставляем плюс 3 доспех. Создаем неземной. Плюс 1. Так, чтобы убедиться, смотрите, 2733 адамантита после создания. И 1 732 000 метеоритов. Разбираю его. Еще раз, секундочку. 2733. Разобрать. Создаю снова доспех. Усиливаю на плюс 3. Создаю неземной доспех. Из плюс 3 разрушения, плюс 1 неземной получается. Было 2733 адамантита. Разбираю его. 2807 получается. Мы получили плюсом 74 адамантита, потеряли 12 тысяч метеоритов. Если вам наоборот нужны метеориты вместо адамантитов, то это уже нужно делать плюс 4. Создаем также доспех разрушения или любой другой шмот разрушения. Усиливаем на плюс 4 его, если у меня хватит сейчас. Создаем из плюс 4 разрушения, плюс 2 неземной. Смотрим хранение материалов. 1 340 000 метеорита. Разбираю. Повторяю процедуру. Разбираем. 2 074 000 метеорита. Мы получили с плюс 4, при переходе с плюс 4 на плюс 2 неземной, мы потеряли 189 адамантитов и получили 30 589 метеорита. На халяву. Без затрат доната.
И получили на выходе, кстати, сталь. При переходе с плюс 3 на плюс 1, с плюс 3 разрушения на плюс 1, мы получаем адамантит, 74 адамантита. Теряем 12 тысяч метеоритов и 20 тысяч стали идет. С перехода на плюс 4 на плюс 2 мы теряем 189 адамантита, получаем 30 тысяч метеоритов. И получаем еще сталь в довесок. Вот такая математика.